Сегодня в Петропавловске стартовал отопительный сезон. В первую очередь подключат объекты социального направления, такие как детские сады, лечебные учреждения и учебные заведения. На основании постановления акимата города Петропавловска от 17 сентября 2020 года за номером 881 отопительный сезон начинается с 18 сентября с целью равномерного набора нагрузки и качественного теплоснабжения. Подключение будет поэтапно, согласно утвержденного графика. В первую очередь подключают социально значимые объекты, затем тепло появится в квартирах горожан и следом подключат административные здания. На сегодняшний день к отопительному сезону готовы 1022 многоквартирных жилых дома, что составляет почти 94%. К слову, 68 домов не выполнили работу по промывке и опрессовке системы отопления и не получили паспорт готовности. По этой причине тепло им дадут в последнюю очередь. Полное подключение всех объектов займет около 10 дней.